В ходе визита в Энгельский район губернатор также посетил дошкольное структурное подразделение средней школы села Воскресенко. Оно организовано в этом году в рамках развития системы дошкольного образования. На базе школы создана группа, рассчитанная на 25 человек. Обустроены игровые, спальные комнаты, которые соответствуют всем требованиям. Во время ремонта в помещениях заменили проводку, установили пластиковые окна, а также провели работы по благоустройству прилегающей территории. В Энгельском районе муниципальная власть совместно с поселенческой властью, вот именно, они проникнуты вот этой задачей и последовательно решают, чтобы до 2016 года нам эту проблему снять. Независимо, где это, подчеркнуть хочу, в Энгельсе или в Воскресенке за 70 километров. Подход один и тот же.